польза и вкус от природы к столу муромлян. В ДК «Тысячелетие города» вновь начнет работу ярмарка свежего меда кочевой пасеки Рязановых. Различные сорта целебного лакомства можно будет приобрести по привлекательным ценам. Подробности в сюжете. Мед – продукт традиционный, известный каждому и уважаемый многими. На этот раз в Муром пчеловоды кочевой пасеки Рязановых привезут более 20 сортов вкусного и полезного продукта, собранного на просторах от Краснодарского края до Волгоградской области. Акация, донник, гречка, разнотравие, лесное, горное, луговое, таежное. Липа у нас вообще считается царица медов. Очень вкусная, ароматная, душистая. Лечит простудные заболевания, желудочно-кишечный тракт. Сегодня с помощью меда лечат самые разные недуги, ведь в нем содержится весь спектр витаминов и микроэлементов. На пасеке Рязановых позаботились о том, чтобы обеспечить муромлян лекарством на все случаи жизни. Чем полезен каштановый мед? Во-первых, лечит варикозные заболевания. Во-вторых, он не повышает уровень сахара в крови и заставляет вырабатывать щитовидку те гормоны, которые положены для нашего организма каждому индивидуально. Чем полезен донниковый мед? Он для сердечка лечит, значит, сердечно-сосудистые заболевания, лечит суставы, чистит кровь и нормализует давление. Весь мед свежего урожая этого года – большой ассортимент с различным вкусом, цветом, ароматом и консистенцией. На ярмарке муромляне смогут попробовать каждый сорт натурального природного продукта и по достоинству оценить его качество, получить дополнительную информацию о его лечебных свойствах. Выставка продажи меда будет работать 25 и 26 июня в ДК «Тысячелетие» с 10 до 18 часов.